Смотри, как их много. Здрасте. Можно мне, пожалуйста? Здравствуйте. Вы пришли куда? Расскажите. Вообще, честно говоря, походу я ошибся дверью, потому что хотел поступить на биолога, а поступил на химика. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Хорошее. Здравствуйте. А расскажите, как ощущения? Ну, нормально. Полтора часа уроков, ну, то есть пары, незаметно совсем. Просто сидишь в этой математике высшей, просто вот так вот, как зомби, и все. Мы пытались определить, где больше воды, а где меньше, но в итоге мы ошиблись, и оказалось так, что везде вода одинакова. Теперь уже знаете, где 143-я аудитория? Нет. Ну вот и все. Фотографию взяли не очень на студенческий. Почему? Потому что мы делали фотографии сами, а взяли с библиотеки. Да. Так и надо, вы что, не смотрели серии наших влогов? Мы второй год уже выпускаем влоги специально для вас. Это что такое? Здравствуйте, скажите, а как вы стали звездочками нашего телевидения? Спасибо. А какие аккаунты? Вы на какой факультет поступили? В ГИАК. А мы с оператором тоже с этого факультета. А хотите, мы вам поставим автоматом какой-нибудь зачет? Зачетку вашу. Давайте зачетку. Зачетку. Давайте зачетку. Лабораторное исследование телевидения. Видеостудия. Мы. Ага. Так, видеостудия. Держите. Саша, снимай, как ребята радуются подделке документов. Уже все поставили. Пошли быстрее, сюда, быстрее. Астрономию прошли, и вот недавно даже спели своей новой группой. Мы пели выпускной. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. И как сумел на гитаре сыграл и спел. Слушайте, ты в красивом платьице. Ну точно пели. Да. Ну расскажите, ребята, как ощущение взрослой жизни? Она вот уже весело, но трудно. А покажите нам, подойдите к нам. Боже мой, это Гарри Поттер. Это Гарри Поттер, а можно я тоже с вами поучаствую? Это... А можно у вас очки взять нам для Гарри Поттера? Конечно, можно, Саша, отдавай очки. Так а где все? Как вы чувствуете себя уже взрослыми и ответственными? Каково? Все отлично. А вы будете позволять своим одногруппникам списывать у вас? Ну, это не без этого, конечно, но сдавать я точно никого не собираюсь. Ну, конечно, я буду давать своим одноклассникам, одногруппникам списывать, потому что, ну, ведь это правильно, помогать друзьям. А вы правильно, а вдруг вы будете списывать, да? Ну, на плане быть. Все возможно. Представьте ситуацию, если вас застукали спящие на паре. Как вы будете реагировать? Какую отмазку придумаете? А я долго учила. Я утром очень долго готовила кушать, мне же надо кушать, я долго сижу на парах. Я голодная. Очень далеко до нашего корпуса ехать. Опоздали один раз, на такси заплатили много, не на ту маршрутку прям сегодня сели. Как думаете, можно не прикладывать никаких усилий и получать зачет? Так никогда не получится. Пересдача. Давайте зачетку. Давайте нам тогда 3 лайфхака, как очень быстро освоиться в универе. Ну, во-первых, общаться с людьми. Чем больше ты общаешься, тем, ну, тебе легче будет. Наверное, это наладить контакт с преподавателем. Наверное, это самое главное, потому что от этого зависит большая часть жизни в университете. Ходить на мероприятия. Там много людей, там ты можешь проявить себя и показать, кто ты есть на самом деле. Самое главное – найти друзей сразу же. Потому что, когда у тебя есть друзья, у тебя есть поддержка, у тебя есть общение, понимание. Это главное в коллективе. Что нужно студенту, чтобы успешно сдать сессию? Вот такую игровую, как сегодня, и настоящую? Ну, готовиться, ну, желательно не перед экзаменом, а хотя бы за день, ну, или за час. Лучше всего хороший сон. Скажу по секрету, что в общагу даже возвращаюсь с удовольствием, хотя, ну, некоторым не нравится. Здесь чувствуется это... бешеная, офигенная энергетика, что ты сюда заходишь и сразу понимаешь, да, это все то, что я хотела иметь в этой жизни. Мне все очень нравится, все преподаватели очень хорошие. Еще я очень рада, что я пошла на китайский язык. Тут очень весело, преподаватели замечательные, так что делайте правильный выбор и поступайте именно сюда.